Привет всем! Мы в Ахалкалаке. Сегодня 19 сентября 2024 года. В Ахалкалаке уже похолодало. Максимальная температура 17 градусов. Оживление сравнительно с предыдущими днями. Небольшое изменение курса валют. Сейчас подойдем, посмотрим. Доллар поднялся, евро поднялось. Российский рубль почти не изменился. Подойдем ко второму табло. Погода резко меняется. Вот на стороне запада синее небо. Восточная сторона облачна. Растет посещение туристов. Наблюдается много уже туристов в городе. Это радует. Здесь на улице Чаренца ведутся небольшие ремонтные работы. Что-то с водоснабжениями, с канализацией. Не будем в подробности поддаваться. Город сегодня выглядит вот так, центр города. Сквер полупустой напротив мэрии города. Наша центральная площадь. От угла города, мэрии города. Поднимемся по улице Свободы. Видимо, ожидается дождь, пасмурно. Наполовину пасмурно, наполовину солнечно. Посмотрим, какой день предстоит. Вот такой контраст пасмурности и солнечности города. Смотрите, просто сегодня интересно, как выглядит город Ахалкалаке. Как будто делится на две части. Синее небо и пасмурные облака, даже градовые облака, я бы сказал, в сторону Тавшанки. Здесь еще один обменный курс валют. Посмотрим и сравним, какая разница. Разница небольшая, но доллар растет. Наше крупное здание Наме Молл, самый крупный торговый центр. Здесь и свадебные мероприятия, и детские аттракционы. Уголок святыни около Наме Молла, даже в здании, можно сказать, бившее за год зерно. Перекресток Дарбиняна и Свободы, в народе называется это место встреча. Вот здание бывшего кафе «Встреча». Амур покрывается облаками, отсюда прекрасный вид. Находимся на улице Дарбиняна.
Сейчас подходим на то место, где строится сквер на улице Саркисяна, на Картича Саркисяна, бывшая улица Чкалова. Это улица царицы Тамары, где расположен банк Liberty. Подходим на перекресток Саркисяна-Дарбиняна, где идет начало строительства городского очередного сквера на улице Саркисяна, бывшая улица Чкалова. Это улица Саркисяна, на картиче Саркисяна, бывшая Чкалова. Вот здесь сверху ведутся работы по строительству сквера города. Идут работы. Сегодня, повторяю, 19 сентября. По окончании работ мы еще раз снимем эту местность. Очень красивое место. Бригада работает. Обещают в начале октября сдать в эксплуатацию. Работа идет интенсивно. Работают. Вот он мне показал, где будут тренажеры. Тренажеры будут примерно вот здесь, в этом отделенном участке. Вот где квадрат. Все, капитовое. Здесь будет тренажерная площадка, где будут люди заниматься спортом. А качели, аттракционы для детей примерно вот в этом участке. Ну, я предугадывать не буду. Потом после строительства мы опять подойдем, здесь снимем. Это наша улица Макартича Саркисяна, бывшая улица Чкалова. Компаньон Абул, Абул, Шапаса Абул. Шапаса Абул строит интенсивно, работают ребята, молодцы. Большое им огромное спасибо и от детей, и от старших. Большой плюс этой компании, что оставили все старые деревья, которые росли лет 60, 55, 60, и они опять остались. Спасибо этой компании и руководству города. Так что Ахалкалаки развивается, строится. Это на радость всем и жителям, и кто будет посещать, и туристам, и всем. Это примыкание улицы Макартича Саркисяна к улице Шарля Азнавура, бывшая Малхасяна, которая вела раньше в больницу старую. Здесь стоит памятник Кусана Хаваси, который уроженец из Ахалкалаки. Вот, или в начале парка будет его памятник. Ведутся работы. А пока на этом сегодняшнее видео закончим. После работы, я надеюсь, мы опять встретимся в эфире и увидим, как будет выглядеть наш сквер в Ахалкалаки на улице Макартича Саркисяна.
спасибо за просмотр. Подпишитесь, пишите в комментариях, оставьте лайки. Пока-пока!